Уважаемая вендинговая компания Champion, я пишу вам по поводу торгового автомата номер 714, установленного в госпитале Сент-Эндрюс, который должен был выдать мне M&M с орешками, но, к сожалению, не выдал. Да, бывает. Я нахожу это досадным, так как был очень голоден, и еще потому, что за 10 минут до этого погибла моя жена. Я больше нет. Пожалуй, лучше я начну с самого начала. Я просыпаюсь каждое утро в 5:30. Никогда не думал, что буду ходить на работу с портфелем. Доброе утро. Портфели мне всегда напоминают школьные ланчбоксы. Дэвис. Мы управляем большими суммами денег. Не буду называть точных цифр, так как мне кажется это некорректным. И так уже 6 вечера. Думаю, поначалу я Филу не понравился. Я не был особенно амбициозным. И как-то раз он мне прямо и сказал: «Ты мне не нравишься, Дэвис». Джулия милая, чудесная девушка. А больше я про нее по большому счету ничего и не знаю. Она вечно жаловалась, что мне на нее плевать. Новый фильм Жан-Марка Валле. Кажется, я начинаю замечать вещи, которых раньше не замечал. Наверное, я их видел, но просто не обращал внимания. Режиссера фильмов «Далласский клуб покупателей» и «Дикая». Фил немного разговорил, если хочешь что-то починить. Нужно разобрать это на части. И понять, что самое важное. Ты скучаешь по ней? Пытаюсь. Так какой у нас план? Мы разберем мой брак на части. Проблема была в нашей с Джулией любви. Я недостаточно о ней заботился. Разрушение. Бульдозер? На eBay можно купить что угодно.